Всем приветик, ребята! Это 18-й день влогмаса. Сейчас у нас утро, мы проснулись в 8:30 утра, у нас есть маленький личный будильник, вы все его знаете. Амиру пришла такая идея в голову, то что ему вчера настолько понравился завтрак из нашего влогмаса, когда мы ездили в немецкую пекарню, нашу любимую, то что он захотел сегодня. Он, кстати, сегодня не тренируется, он отдыхает, и он сказал, предложил нам куда-нибудь поехать тоже позавтракать, не дома, потому что мы нереально любим завтракать не дома. Видите, у меня какие патчи, кстати, забыла упомянуть, а то вы такие думаете, что это такое. Это патчи с гиалуроновой кислотой, с микроиглами. Я их не оттуда покупала, я их с сайта заказывала. То есть они прям такой лифт дают и избавляют от черных кругов. Так что да, мы сейчас хотим съездить в старый город наш, в Алтею. И старый город — это центр города, где все такие здания старые, поэтому он называется старый, там очень уютно и красиво. Мы сейчас поедем туда в кафешку с всякими пироженками и завтраками, где Амир еще, кстати, ни разу не был. Я там была, там очень вкусно, мне там безумно нравится, там очень вкусное кофе. Вот, Амир у меня сходит с ума по кофе. Вот такое вот начало влога. Сейчас поедем в кафешку, но прежде чем мы поедем, из дома выйдем, мы должны с вами открыть календарь, правильно? Сегодня у нас влогмас день 18. Вот он, 18 день, прям смотрит на меня. О, интересно, что это такое. Это проколлагеновый очищающий бальзам. Я его, кстати, видела, его продают во многих салонах, и все говорят, что он очень классный. Я очень рада его попробовать. И вот здесь такой же полотенчико, смотрите, подарили от Элемис. Очень мило. Вот, так что попробуем обязательно с вами. Я вышла на улицу, потому что здесь очень классный свет, чтобы показать вам свой лук сегодня. Вот такой вот лук у меня сегодня. Кстати, футболка — это Амира. Просто стырила ее у него. Can you please show me? What? I hold this. Can you show me your outfit? Oh my god, what is that on your wrist? What is that? I don't know, Rolex. Rolex watch? It's out of focus, so I cannot tell whether it's Daniel Wellington or what. But you look fly today. Амир сегодня классно одет. Zara shirt, Adidas pants, Daniel Wellington, McQueen's. Хочу вам показать один лайфхак быстренько, пока мы не уехали. Короче, ребятки, если вы хотите мужскую футболку классно подвязать и сделать из нее вот такой вот кроп-топ, то вы просто возьмите маленькую резиночку, вот так вот подвяжите ее и заверните. И она будет очень классно и аккуратно смотреться. Так что да, лайфхак от Кристины вам на сегодня. Мы приехали в старый город. Я одела куртку, потому что здесь холодно. Идем сейчас на главную площадь. Я забыла свою камеру в машине, поэтому бегала за ней. Видите, запыхалась. Идем сейчас на главную площадь для того, чтобы найти... Для того, чтобы найти хорошее кафе. Ну как, я знаю одно кафе, но я не уверена, есть ли там то, что хочет мой муж на завтрак. Идем сейчас на главную площадь, там же еще будет проходить Новый год. У них в Испании, знаете, такая традиция, они не празднуют Новый год дома, а у них очень популярно на улице, на главной площади какого-либо города отмечать, отсчитывать секунды, часов. Ну, в принципе, как везде, только мне кажется, у нас в России такой домашний праздник, это Новый год. Вот, так что мы с мамой моей сегодня разговаривали на тему того, как мы будем праздновать Новый год в этом году. И решили то, что мы отпразднуем его по российскому времени дома, за застольем, по московскому времени точнее. И потом поедем, так как в Москве минус плюс 2 часа будет. То есть в Москве уже наступит Новый год, а у нас будет еще только 10 часов вечера. И в 10 часов мы поедем в этот старый город для того, чтобы здесь на площади со всеми отпраздновать на тусовке Новый год. Я надеюсь, что у нас это получится, потому что это крутая идея. Мы еще так никогда не делали. Мы всегда дома, поэтому будет что-то интересненькое. Смотрите, как красиво.
Ребята, мы покушали в нашем кафе. Все. То, что там было, мы съели, мне кажется, мы столько всего заказали. Просто нереально. И мороженое, и тосты, и все. Амир был опять очень голодный у меня. Ну, и я тоже съела там одну штучку. Такое очень вкусное. Очень классное кафе. Если десерт, то видите, как на меня смотрят от Испании, то, что я влоги снимаю. You want me to help you? I think like here is fine. Десерты очень вкусные. Вот если вы хотите десерты тут где-то в Испании поесть, мне кажется, эта сеть, она только не только у нас здесь, она в Бенидорме есть, и мне кажется, еще по всей Испании. Называется De Sabors. Мы сейчас решили то, что поедем в Бенидорм, в большой продуктовый магазин, потому что Лёне нужно купить кое-какие вещи, и также мы хотим заехать еще в спортивный. Мы несем Лёна, Лён король. Короче, хотим заехать в спортивный для того, чтобы Амир купил себе боксерскую грушу и повесил ее у нас дома, чтобы тренироваться. Мы его несем. Вау, да? Классно. По ступенькам нельзя на коляске, поэтому мы тебя несем. Все так смотрят, что Амир прям коляску взял в охапку. Поднял и несет. Смотрите, какая прикольная фигня. Это такой стульчик для того, чтобы ходить в походы с малышом. Babe, can you turn at me? Стоп, подождите. Это такая специальная штука, чтобы ходить в походы. И мы сегодня, может быть, если ее купим, пойдем по горам с Леоном на прогулку. Класс! Ленечку очень нравится. What? Yeah. Короче, я понимаю. Блин, офигенно. Мы, кстати, приехали в Декатлон. В спортивный магазин, как я вам говорила. Амиру нужна боксерская груша. Но видели вот эту штуку? Моя мама нам показывала ее через интернет. Очень классная. Амир выбирает себе боксерскую грушу. Are you happy, baby? Ленчик, посмотри на меня. Наша вторая локация – продуктовый магазин. Для того, чтобы купить еды и всякие штуки для Леона. Вот. Сюда мы приехали. Я обожаю этот продуктовый магазин. Называется Carrefour. Там столько всего, блин. Но вот, если честно, я не люблю ходить туда, когда ты голодный, потому что ты все набираешь и отдаешь кучу денег. Амир с моей мамой в магазе покупают продукты. Я тут быстро пришла в машину. Ну, как быстро? Вообще, я лежу, отдыхаю. Но я пришла сюда не за этим. Я пришла для того, чтобы зарядить свой телефон, так как я его сегодня на ночь забыла поставить на зарядку, а я хочу выложить фотку в Инстаграм. И мне нужно его зарядить. Поэтому, да, я просто лежу и отдыхаю. У меня такая минутка спокойствия, потому что никто не орет, никто не просит ничего переводить. Все. Я просто морально и физически отдыхаю. Сейчас немножко здесь посижу в машине, я выставлю фотографии, чуть-чуть подзаряжу телефон и пойду к ним, буду помогать им выбирать продукты. Еще сегодня вечером мы хотим встретиться со своими друзьями, с моими друзьями, но они тоже стали друзьями Амира. Я такая, что сейчас заиграла? У меня просто телефон подключен по Bluetooth. Мы хотим встретиться с близняшками. Они тут в Испании сейчас вечером. Куда-нибудь сходить, посидеть, поболтать с ними, catch up, потому что мы давно не
общались, потому что мы давно с ними не виделись, около нескольких месяцев. Они давно Леончика не видели. Я не уверена о том, что они смогут Леона сегодня увидеть, потому что если мы пойдем с ним встречаться, то это будет поздно, Леон будет спать. Но да, они давно его не видели, он уже настолько вырос, а Вероника еще крестная мама Леончика, поэтому хочу, чтобы они увидели его, как он вырос, потому что он сейчас такой другой, такой смешной вообще. Что вот такие вот дела. Купили с Декатлона Амиру боксерскую грушу, купили Леону вот эту вот штуку, которая надевается на плечи и ходишь в поход с ним. Мы сегодня решили, коли мы ее купили, то мы сегодня пойдем, сходим на хайкинг у нас по горам с Леончиком вместе в этой штучке. Ему очень интересно, он сидит, смотрит. Я думаю, что он плакать не будет. У нас получится весь обойти наш Алтай Хиллз и сделать такую тренировку небольшую, кардио. Вот. Так что вот такие вот все новости пока что. Я сегодня вообще не накрашенная. Не было времени накрасить, вообще ничего не делала. Просто выскочила из дома с почищенными зубами и душем. Ну и крем увлажняющий нанесла, и все, и бальзам. I'm kind of feeling it. Мне нравится. Какая свобода. Сегодня ели в кафе, и я немножко кетчупа запачкала. Не было такого, что мне салфеточкой пришлось вот так вот вытирать аккуратненько, чтобы тоналку не смазать. Я просто так взяла салфетку, все вытерла и не парилась о том, что у меня сейчас смажется тоналка и будет здесь вот такое пятно. Леончик, вот это да! Смотрите, Леон едет на мотоцикле. He loves it again. Леончик, вау, вот это да, класс какой. Смотрите, теперь наконец-таки Леона можно возить, но с осторожностью, но вот в таких колясках. Леонча, ему очень нравятся машины и рули. Покажи, как ты ведешь машинку. Видите, какой он счастливый и радостный. Ребята, мы сошли с ума просто. Посмотрите, сколько всего мы накупили. Леону купили подарок на Новый год. И у нас было две вот таких. Одна вот такая и одна еще огромная. Корзина просто полный жратвы. То есть я не знаю, как мы это все вместе в машину, но да. Еще все в коляске лежало, поэтому посмотрите, просто офигеть, сколько еды. Это просто жесть. Вот так забита наша машина, представляете? И там еще впереди все. Окей. Амир поедет с подарком. Санта-Клаус, блин. Здесь тоже, смотрите, все забито. И тут в багажнике все забито. Ну что, поехали домой. Ребята, вы просто не представляете, какой сегодня был у нас crazy день. Просто настолько сумасшедший день, что это невозможно.
описать. Видите, я такая взъерошенная вся. Короче, мы с самого утра, с 10 утра, представляете, выехали из дома. Не думали то, что мы так надолго задержимся, потому что наш план был только где-нибудь позавтракать и вернуться домой. Но мы опять уехали в ту сторону Бенедорма, это нам было по пути. Короче, там провели целый день, накупили кучу всего в продуктовом магазине, вы просто не представляете, сколько мы всего накупили. Мы набрали на 400 евро, представляете, сколько это много жратвы. Надеюсь, это хотя бы нам хватит до конца декабря, потому что, как Амир сказал, это на недельку. Ну да, вот, мы купили наконец-таки Леончику подарок. Так, на Новый год это такой велосипед, который, знаете, с такой ручкой ты взрослый ведет это, ну как, он держит эту ручку и толкает велосипед, и велосипед едет. Он с 9 месяцев, поэтому, да, он нереально любит машины, ездить везде, на всем. Поэтому мы купили ему этот подарок, уже запаковали, смотрите, он лежит под ёлкой у нас. Видите, наша елочка. Видите, наша елочка, и там уже лежат подарочки, часики Дэниел Уэллингтон и Леончика подарок. Мы целый день сегодня были где-то, и вот только к 8 часам вечера мы приехали домой, просто нереально усталые, но в хорошем настроении, потому что очень продуктивно все было. Вот, купили все самое нужное. Большинство, если честно, вещей это были для Леона, потому что у него закончились вещи первой надобности, так что 400 евро, мне кажется, разделить на 50% это было Леона, как не 60. Мы сейчас дома, собираемся ужинать, я приготовила Амиру шашлыки, включила елку, убралась у нас в комнате, у нас настолько уютно сейчас, нереальное новогоднее настроение, я уже выбрала себе подарок на Новый год, мы его уже заказали, его скоро доставят для меня, блин, я так его жду. Я в этом году Амиру тоже буду дарить подарок, потому что я немножко зарабатываю денежку. И у меня сейчас есть возможность его порадовать самой. Знаете, а не взять его деньги, купить на его же деньги подарок. Поэтому это нереально приятно, то, что я могу сейчас это сделать. Вот, также, что вам еще рассказать? Леон у нас сегодня катался в продуктовом магазине на машине. Блин, как ему нравится, вы не представляете. Он просто сходит с ума от удовольствия, от этих всех каталог, машинок. Вот, поэтому я надеюсь, что подарок, который мы его купили, он ему очень понравится. Хоть он немножко еще не понимает, но мы начинаем потихоньку. То есть он знает то, что 31 числа, это Новый год, и все друг другу подарят подарки, это праздник. Мы его так долго упаковывали, ребят, вы не представляете. Там, не знаю, вокруг нас уже люди ходили, ругались на нас, потому что мы реально очень долго упаковывали, но мы очень классно упаковали. Я очень классно упаковала. Амир мне, конечно, помогал. Но да, подарок нереально огромный. Прям большая коробка. Амир с Леоном пошли ходить по горе. Они хотели сделать хайкинг. Ну, мы вместе хотели просто... Я осталась дома, так как к нам сейчас, кстати, в гости приедут друзья мои, подруги, близняшки. И я осталась дома наводить порядок, готовить ужин, потому что... Если я это не сделаю, то никто не сделает, вот. Так как к нам приезжают гости. У Ленчика перед сном должна была быть прогулочка небольшая, но мне Амир только что в WhatsApp написал, что он уснул у него в этой штуке, которую мы сегодня купили для носилка на плечи. Он, короче, спит, поэтому сейчас он придет, я буду его укладывать. И да, к нам сегодня приедут друзьяшки, мы давно очень не видели, как я вам говорила. Будем с ними болтать, время проводить, общаться, потому что давно реально очень не виделись. Но да, блин, если честно, я так уже жду Новый год, мы уже выбрали, что мы будем делать на Новый год. И вообще все очень классно. Всем новогоднего настроения желаю, кого еще нету, потому что у меня в этом году что-то оно зашкаливает прямо. Давайте я вам покажу свои пятки. Потому что, помните, мы с вами делали пилинг. Блин, ребят, на моих пятках сейчас просто жесть происходит. Я вообще не обязана вам это показывать, но коль уж мы делаем обзор на этот пилинг, я вам покажу, смотрите. Вот у меня все сходит, видите, вот кусок кожи висит. Нельзя его снимать, потому что там написано, что нельзя отдирать. Но, блин, вот где у меня сошла кожа, у меня такие мягенькие пяточки, вы себе не представляете. Вот тут еще вот самое грубое, видите, сходит сейчас. А так уже, блин, очень мягкие пятки, у меня никогда такие не были мягкие. Наверное, только лет в 12. Вот, посмотрите, вот тут вообще на этой пятке жесть, видите, прям отходит. Мы разжигаем камин, видите.
Да я с влогом разговариваю. Сейчас разгорится с камерой, мам. Будет у нас... Не, я забыла, сейчас я принесу. Вот, смотрите, шашлыки. О, параш пошел. Красный почему-то на камере, потому что отсвечивает. Это вот такое у нас еще дополнение ужина. Это устрица. Сейчас их будем кушать. Вот, соусом табаско. Yes. Та-да! Смотрите, кто со мной, девчонки. Кто помнит наши влоги из Сингапура? Девчонки, мои самые лучшие подруги. Мы жили там вместе, вообще зажигали Сингапур. И вот мы теперь в Испании. Да ладно, началось же с Андоры. Точно, точно, точно. Блин, ребята, вот кто был на моем канале с того момента, вот девчонки, они просто мои самые лучшие подруги. Вот ребята с того времени, когда мы в школе учились. Вообще пишите, остались ли те, кто нас смотрел еще с тех влогов, да, с Франции, да, с Андоры. Да. В комментариях обязательно напишите под этим влогмасом, кто вот еще с тех времен, когда мы только начинали, помните? Уже. Да. Давайте завершим этот влог, потому что я не завершала его. Всех с наступающим. Да, всех с наступающим. Пожелайте всем людям, чего хотите, чтобы было в мире. Желаем в новом году всем исполнения самых заветных мечт. Встретить Новый год со своей семьей. Любви всем обязательно. Обязательно всем счастья. Да. Мирного неба. Здоровых детей, клевых подруг. Да, обязательно, это очень важно. Подруг просто самых лучших, самых настоящих, самых честных, самых добрых, самых, не знаю, веселых. Говори, чтобы в комментариях тебе писали, чтобы я не выглядела сборщиком лайков и пиара. Да, короче, ребята, завершаю на этом свой влог. Мы провели классный вечер, болтали, играли в карты. Поэтому, да, если вам понравился этот влог, не забудьте поставить палец вверх. Да, обязательно. Если вы новенький, подписывайтесь на мой канал. Мы вас всех вот так вот любим. Целую, обнимаю. Всех наступающим, пока. Пока. Раз, два, три.